Все люди нашей огромной страны отдавали свои силы на борьбу с врагом. И это были не только военные. Это были и женщины, и дети, и старики. Сотни тысяч героев. Их имен мы, может быть, никогда не узнаем. Западной Европы пали под натиском немецких войск. Но на востоке Советский Союз противостоит нашествию нацистских захватчиков. По всей линии Восточного фронта идут ожесточенные бои за каждую часть земли. Тяжелые потери несут обе стороны. И тем, и другим нужно только одно – победа. Победа любой ценой. Yeah.